А если бы... Это такой журналистский вопрос, но я только все-таки хочу его задать. Такая гипотетическая ситуация, что вы можете собрать команду музыкальную из любых ныне работающих музыкантов, не только отечественных. Кого вы вот пригласили? Никого, потому что любой музыкант, который уже сформировался, он будет, он уже личность. Так. Кстати, что случилось с бобрами. И он будет выпендриваться. Вот. Вот. А надо... С бобрами вы расстались уже, да? Да, вот. Да. Именно потому, что они начали выпендриваться. Потому что, с одной стороны, они считают, что они хорошие музыканты, и это так. Так. А с другой стороны, они ничего не добились. Вот. И это их гложет. Вот. Поэтому с такими людьми работать сложно. Вы какой злобный Демидов. Демидов, кстати, не злобный. Не злобный? Он 3 года потратил на эту группу и ни разу не ругнулся матом. И, да ладно. Ну, честное слово. И да. Не там сказал, типа там, стоп. Вот и все. Потому что всегда там, я позиционировал себя как не музыканта, а как человека, но просто актер, который запел. Вот и все. Вот. И в какой-то момент я понял, что эти личности имеют право думать так о себе, но дальше ничего не будет. Понятно. Не потому, что они должны меня любить больше или там понимать больше, а просто как бы, ну, нет смысла. Да, и сейчас вы набрали какой-нибудь молодняк, для которого вы царь и бог, который просто там... И вот ваш вопрос, типа, кого я бы взял, ну... Я понял уже, никого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».